Ребят, участники школы, значит, для тех, кто начал смотреть это видео на YouTube, откуда начать изучение джанга, это сайт spb-tut.ru. Ссылки есть в описании видео. А для участников школы очень важный фрагмент, который я хочу, чтобы вы проделывали с этого момента. Итак, смотрите. Мы открываем сейчас, что вам надо будет сделать, ребят. И это сделать вплоть до окончания представления, пока мы не напишем лайки полностью. Это надо сделать, домашнее задание, чтобы разобраться в первую очередь в шаблонах. Все поймете по ходу. Значит, мы с вами сейчас вот что сделаем. Смотрите, у нас здесь вот это вы оставляете, Social Content Namespace, да? Вот это вы и оставляете. А мы с вами заменим сейчас, ну, например, на Image. Изменение картинки, частая вещь. Хотя у нас тут и статья меняется, поэтому я и назвал Social Content, то есть и картинка, и статья. Но мы здесь напишем сейчас image. Так вот, со мной уроки вы проделываете, ну, допустим, я буду делать с image. Как только проделали какой-то кусок кода с image, берете social content. То есть лучше всего писать параллельное приложение, потому что мы изменим сейчас имидж в моделях вместо social content. Смотрите, то есть лучше пишите параллельно. Параллельно еще одно представление, потому что тогда вы точно разберетесь в шаблонах. Ребят, это архиважный момент. Писать два представления, потому что там кажется мелочь, но покопаетесь вы минимум неделю, 100% даю. Второй момент. Мы сейчас, значит, изменим здесь, вот ваше я оставляю, да, социальный контент, то, что мы задумали. А меняю на image, то есть namespace, да? И здесь upName, это добавлено в Django 1.11, по-моему, раньше это не требовалось, сейчас namespace само не читается. Ну, добавим в главный файл, а там проверите. Вы меня все по ходу я буду пояснять, а это вам как домашнее задание, да? То есть мы с вами, как договорились ранее, пишем лайки. Но, как вы понимаете, что от namespace зависит все приложение, да? То есть, сейчас я покажу. То есть, namespace это пространство имен. Это я забегу вперед. Мы с вами дойдем еще до Аякса, да? И тут вы увидите. То есть, у вас здесь, у меня сейчас здесь имидж будет, да? А у вас будет то, что мы запланировали. То есть, по сути дела, я еще раз хочу сказать, что вы делаете со мной, но потом меняете пространство имен. Лучше писать второе приложение сразу. Это не так просто. Поверьте мне, с непривычки прокопаетесь неделю, но разберетесь один раз навсегда. Потому что то, что я делаю, вы будете проделывать, это понятно, у вас получится. Но когда вы поменяете пространство имен и будете работать шаблонами, вот тут начнут вылезать ошибки. И надо кропотливо, спокойно разобраться. Поэтому, ребята,
Это архиважно. Прошу вас это проделать. Итак, патч, который был социал контент, он правильный, да, потому что, по сути дела, имидж это было бы логично называть, если бы это было только картинки, а у нас и статья, и картинка, то есть, грубо говоря, все. Но я преднамеренно поменял, чтобы вы писали два приложения до конца, пока мы не напишем клики, да, то есть не клики, а лайки, как ВКонтакте. И одно вы пишете с имидж, второе, вы не меняйте много сейчас на первый раз, пока не надо URL тут трогать, менять name, да, потому что запутаетесь. Поменяйте всего лишь только пространство имен в новом приложении, либо не обязательно создавать второе. Допустим, у нас социаль-контент есть приложение, создайте совместно с ним в этом же социаль-приложении социаль-контент 2. И в нем уже используйте, так будет правильно, наверное, и проще, не надо будет по окнам прыгать. Социаль-контент 2, и в нем уже используйте пространство и имен именно социаль-контент. И еще раз повторяю, то есть вплоть пока мы не закончим писать в этом приложении лайки, а потом будем фолловеров, то есть вы будете писать и с одним пространством имен, и с вторым. И тогда до вас дойдет, потому что покопаться, ребята, придется. Все, это моя рекомендация, чтобы вы действительно разобрались. Это второе домашнее задание, но, ребят, просто говорю по делу то, что реально вам поможет потом на практике, и то есть вы должны уже, когда, если вы будете делать так, как я рекомендую именно, тогда вы будете как бы предвидеть, ага, вот тут ошибка, быстро познакомитесь с ошибками, это очень классно. Все, ребят, это относится, начиная с курса 15, да, начиная с курса 15, и далее пишите, да, то есть вам, если кто раньше не, значит, сейчас что-то я наговорил. Вот с чего я сейчас начну концовку. Есть у нас люди, вот человек пишет, да, что, ну, как-то что-то он там наделал с системой и начал курсы по Kotlin сначала делать. И оказывается, уже вроде знал и много нового узнал и понял. Поэтому вот сейчас дошли до курса 15. Спокойно. Спокойно. Не торопясь, не надо бежать, создаете в нашем приложении «Социаль» еще одно app, только называете его «Социаль контент 2». И опять все прописываете до 15 урока, но с 15 урока меняете, именно как я сказал, пространство имен, название пространства имен. Здесь мы оставим сейчас, я оставлю имидж, а вы берете социаль-контент, либо по-своему как-то назовите. И делаете одно приложение с одним пространством имен, другое с другим. И оно, в принципе, тогда и будет правильно работать, потому что разные пространства имен. Но то, что мы проделываем с имидж, а вы будете проделывать социаль-контент, поверьте мне, вам придется покопаться, потому что надо будет разобраться. Но это даст вам хорошую практику. И еще одно. Для тех, кто начал с этого видео, так как я больше писал для участников школы, начало обучения Django идет на сайте spb-tut.ru. Вам просто надо купить пожизненный логин и пароль, начать заниматься по урокам. Кстати, посмотреть можете зайти логин демо, пароль демо. Вот здесь есть крутящиеся значки, и по ним и идти. То есть вы будете приходить к урокам. Что непонятно, спрашивать в группе. Спасибо за доверие.